Девушка, добрый день. А мы вот ехали с водителем с Калинова до Зеленого. Заплатили по тарифу, он говорит, плюс еще 20 рублей за газ. Плюс 20. Это с 9 числа у нас повысились расценочки. Ага, то есть мы будем платить по тарифу и плюс 20 рублей за газ? Да, плюс 20. Понял вас. Спасибо, ясно. И когда отменят, неизвестно, может, такая сумма и останется теперь. Ага. Это потому что сложно купить газ, да? Да, это из-за газа, из-за подорожания горючего. Я понял вас. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста.